Ну блин, ну наконец-то, ну 5 минут осталось. Качаем новые Last of Us, ну наконец-то поиграю. Игр нету никаких, ничего нету. Тут наконец-то новая игра, эксклюзив. Вышла, предзаказал специально через интернет. Даже в магазин не стал идти, потому что тут типа закачал какое-то количество процентов, можно уже сидеть, начинать играть. Сейчас буду сидеть, начинать играть. Никто мне, блин, не напишет, что о, уже где-то был, потому что вот я качаю, на 5 минут осталось. Ну, ну какой, наконец-то, игры! Игры! Понимаете? Ну я, о! Десятки смешные получила игра. Я даже в комменты закрою, чтобы друг другу люди не спойлерили. Никто ничего спойлерить даже не будет с закрытыми комментами, понимаете? Ну это как, ну не знаю, ну не раз в году, конечно. Вот Биошок вышел, вот это вторая игра, и GTA выйдет, и Watch Dogs выйдет, и я не знаю, что-то там еще, кажется, выйдет, но игр на таких по пальцам сосчитать. Какой, ну какой, кстати, замечательный код-то получается. Ну, что, на 4 минуты, а что-то процент это не уби... Как на 4 минуты, а проценты где? Где мои проценты 60? Может быть, оно просто 4 минуты, я играть смогу тогда. 4 минуты. Я уже держу свой джойстик. Специально джойстик новый купил, чтобы играть, наслаждаться. Удовольствие получать. Мультиплеер. Мультиплеер еще там есть. Еще и мультиплеер по записываю. Сейчас. Ладно. Если интересно будет основная 69%, и как раз играть можно будет. Я такой, ха-ха, двусмысленные шутки какие у вас. На 4 минуты осталось, 4 минуты. Ну давай быстрей, ну чё, давай быстрей, ну давай быстрей качайся. Ну ты у меня интернет хороший, быстрый, 3 минуты осталось. О боже мой, я не могу поверить своим глазам, как это? Ой, блин, ну это вообще, там 13 часов геймплея, 13 часов геймплея. О, ну я сейчас наиграюсь, ну сейчас наконец-то смогу во что-то поиграть, ну до GTA сколько осталось, сейчас посмотрим, что там до GTA выйдет. Что там выйдет? Payday 2 выйдет, Splinter Cell выйдет, Saints Row, Lost Planet, и GTA 5 выйдет 17 сентября. Ну, до сентября вот как раз будем во что играть, если, сколько месяцев, 3 месяца будем играть. Я уже даже устал говорить. Шесть, меньше чем 1 минута. Да, ну вот только посмотрите на эти детализированные рожи. Вы посмотрите в эти рожи, вы посмотрите в эту бороду. В эту бороду, ну эти рожи, эти волосы, ну. Меньше 1 минута осталось. Меньше 1 минуту. Ой! Ой! Вот он специально не дотянул до 69, чтобы было крутое число. И 69! Начинаем играть! Начинаем! Пошли задницу, качаем бэкграундом. Игра! Ну, играй, давай. Давай. Только попробуй мне еще что-то начать останавливать. Еще вторым слоем. Только попробуй. Давай. Заходи внутрь. Геймплей. Геймплей. И давай. Ну. 3, 2, 1. Да. Ну, ой. Ну, где игра? Где? Sony Computer Entertainment. Представляет Crash Bandicoot. Кстати, Naughty Dog тот же самый делал Crash Bandicoot. Тун-т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 ун. Последний из нас. Ое! Занавесочка! Нажми старт! Я сейчас нажму, как влеплю старт. New game. Фракции. Ну все, теперь с русским можно и играть теперь. Ну офигенчик! Офигенчик! Ну, наверное, я этот ролик раньше выложу, потому что мне еще потом тот ролик будет, придется долго рендерить и все такое. Ну ладно. Хе-хе-хе. Все соснули, первый ролик по Last of Us выложил. Вообще, молодцы. Все будут делать прохождение по Last of Us, и все они будут похожи на друг друга. Но знаете, чем мое будет особенным? Потому что оно будет моим.